чё, как там живется? Да пока живо. One shot, maybe two. Ну да, one shot в голову. Да. Пиз. Пуш, пуш, пуш. Меня тупо one shot, блядь. Саш, я это не предсказывал разве только что? One push, нихера себе! Выгодно! Ну да, ваншот в голову. Да-да-да, я видел, как там тело за стенку зашло, у тебя просто так хедшот повесился. Я просто так повесился. Probably kitchen. Саш, ты видел, как он попал, блядь, слышишь? Да. Не, ну то, как он тебя там ты дико... Ты видел, как он меня попал, он уже заехал за стенку, блядь, и попал как-то, видел? Да нет, самое прикольное, что ты в прыжке был, я, и он блядь, умудрился... Я, блядь, в прыжке специально? Я за это время, я обычно даже не стреляю, потому что я знаю, что... Пуш, я обычно даже не успеваю посмотреть. Again, probably shotgun. Да не, в смысле, ни хера, ты видел, он уже заехал, когда сдох. Нет, мне больше нравится... Как все прыгают вот мимо него, да, и он прыгает, блядь, попасть. Да ладно, ты мимо прошел, серьезно? Я махнул, я не видел. Серьезно? Ты шаришь, я даже не успел нож достать. Ещё анимация шла, что я... Мама, остановись, звание! Ты не знаю, что ли? И чё это за звание, Саш, скажи мне? И что это? Деду Победы я ещё разочек репорт кину, чисто по приколу. Саш, ты бы хоть раз в него попал, я снес ему минус 8. Я с гранатой был в руке, тебе говорю. С гранату кинул бы, блядь. Я не удачу. Вчера его в шмок убила. Ну, давайте тут втроем посидим. Может, мы что-то убьем? Вместе с туалетку прилетело, мне показалось. Вот смог кинул. А пизда тебе придется внутри? Да. Так я же сижу правее всех. Первый хедшот мне рассчитан, остальные, ну там дальше по очереди. Как пойдет, да? Это так и пойдет. Нахуй. Сейчас. Да что это такое? Горится. Why do three guys go in that stupid room and still die? Nice. Wow. Nice. Watch your back, Blue. Watch your back. С одним патроном, да? А вы сейчас проснулись? Блять, ебать, ты потерял. Сори. Да что это? Им не везет ему, да? У тебя, кстати, сейчас вантап, да? Вчера он выиграл! Тебя еще и зафлешило. Башка оторвалась. Котята, хуй с тобой. Let me take the hostage, let me take the hostage. Да подбеги! Я, блядь, ежму и нихуя! I can drop you orange. Oh, it's okay. No, I'm fine. Ебать, у тебя рожа скромная, блядь. Молчал бы! Единственное, что я могу покидать, так это игру. Вау, рандом залетел! Слушай, я каким-то образом убил челика, ты понимаешь? Ну нифига себе! Через смог, Саш, через смог, я не знаю как. Я его тупо волхакнул сейчас. Это просто было, это было настолько рандомно, что этот скилл, как бы сказал Саша. Затроллил! Да есть у тебя... Нет.
Мэйти у тебя там закидал. Ты видел? Я в том месте занял лонг, да, и смотрел. Тише, не. Какой это ход? Правда. Вот это? Вот этот. Короче. Я такой страшный, вот этот хвостед, блядь, сука, будто с волхаком, блядь. Да, да, вот этот. И он там стоит, да? Никого. Приколи себе, сейчас минус 420 денег было. А чё меня убило? Я не знаю, кстати, что тебя убило, если ты был живой все это время. Видишь, как я по заложнику попасть успел. Я одного зажал, а второго зажал на 85. На самом деле, цели попасть по заложнику я не преследовал вообще ни разу. Не, ну если бы ты не лутал хуйню, а просто тебя зафейкнул, то, блядь, я может тогда бы выиграли. Ну, в принципе, да. Да я что-то думал, что там вы справитесь, а там тиммейт, походу, сдох уже к тому моменту. А тебе там вот отвесили. Не, ну мне, блядь, первым патроном хэдшот, но это пиздок. Что? Он зафлешенный был. Я там никого не тронул вообще, блядь. Издевались сейчас. Я, блядь, там вообще никого не... Ебать, там флешка в воздухе зависла. Нет, ты видел? Ебать тебе похуй на огонь. А, ебать тебе вообще похуй. Мать, наш, да понятно. Вау, щит! Я испугался. Себе. Да ладно! Ни хрена себе! У меня музыка сдохла. Не дали какой-то? О! Уровень! Да, у них коллаж. Да и хули, блядь, он с читами все равно, блядь. Конечно, с читами. Ничья. Нихуя. Я почему это? Типа того. У нас там бомба кого-то убила. Да нихера себе, читы! Респ? Нет, ХП вообще меня оторвало. Он не заметил, да? Или... Вау, блядь. Он застрял. Блять, а мне этот нот пиджи, блять, с первого же патрона в голову на ходу попал, блять. Он на разминке был таким говном, я тебе скажу. Да, блять, я тебе про чё и говорил. А это-то вообще... Вообще. Я бы даже сказал, тысячи пудово. В двери отсюда. Я, в принципе, так и предполагал, я только не понял. Нанесено урона 9 хп? Получим 118. А он где? Он был под картой где-то, да? Не, Саш, я тебе отвечаю, он под картой где-то пролетел, походу, да? Да, это стопудово. Потому во-первых, что, блядь, это ангел. Это не во-первых, под КТ ты до сюда не дойдешь быстрее, чем Т-шники, да? Вот если... Ты что, мы, блядь, именно... пошли на полной скорости фаст-б, да? Я фаст-б, я шел с ножом, да. Ну, единственное, что я там под сердцем, это не роля. Да не, слушай, это ангел, это ангел. Это точно этот дурачок не перезарядил мой П-90, из-за этого он только что... Да не, слышь, это точно под картой, потому что это невозможно с такой скоростью лететь до сюда. Причем я сзади чекал, там вроде тиммейт шел, блядь. Вообще хуй. Но тиммейт первым же игрок, а меня вторым. Я даже не успел, честно говоря, его увидеть, я не понял, откуда меня вообще убили. Вообще хер знает, что за прикол. Да, прикольно, 6 хп, мне понравилось. Я в итоге с тиской соединился. Что это такое? Сразу пишу. Ты, блядь, слышишь, где бы я ни был, меня все равно везде чекают, видишь?
Наверное. Я просто не понимаю, чего ты пытаешься добиться. Я хотел, знаешь, что сказать? До того, как я хэдшот повесили. Мне как-то мысля в голову не приходит. Пришла, блядь. Смотри, я пойду чекать эту дверь. И он пойдет в другую. Ты что произошло? Ты вкурил вообще, что произошло? Я застрелю.